Сегодня у нас очередная распаковка. В одной посылке пошел Бовербанк долгожданный. Обзоры делать не буду, я сделаю только распаковку сегодня на него. Так как я буду тестить, не через 5, а вложу уже полный обзор. Насколько его, как он заряжался, насколько зарядок его хватило. И вот эта вот посылка, честно говоря, я что-то даже не догадываюсь, что там. Ладно, начинаем распаковку. Да тут что-то в форме шарика такого, не знаю, что это. Даже, честно говоря, не догадываюсь. Так. Это яблоко. Что я такое заказывал? Чай? Я чай не заказывал. Да, откручивается. Что ж. Понял. Это... дождевик. 200 рублей стоит, если не ошибаюсь. Да, дождевик такой. Заказывал на Жубе или на Пандау, ссылку дам в описании. В принципе, он такой, да. Ну, на ребенка, что ли. Одевается он через низ. Здесь вот нет никаких застежек. Он кажется какой-то дед. Странный дождевик. Он же такой все странный. Ни входа, ни выхода у него нет. А вот. Да, я вот сверху на себя накидываю. Ну, скажу честно, нормальный. Вещь стоит своих денег. Ну да, он скорее всего для ребенка. Он мне до пояса, чуть ниже пояса. Ну, сам факт то, что он мало места занимает. Нет. Трудно сказать, советовать его или не советовать. Ладно, пробую запихать обратно. Возьму с собой в лес. Скорее всего, опять течевка придет. Вот у нас новое видео будет, у нас устанавливают памятник святителю Николаю большой в центре города. Я, скорее всего, приду туда снимать для блога. И, кажется, на обратно уже не влезет. Пластик. Но он был добротно сложен. Но на один раз, мне кажется. Хотя, вроде как и не рвется. Сейчас я его сложу и... будем банк смотреть. Ладно, сейчас буду вскрывать банк. Посмотрел на сайте, на Алиэкспрессе. Вроде товар закончился. Но стоил он 760 рублей. 20 микроампер емкость. А солнце заряжается. Сейчас посмотрим, что здесь на самом деле. Вот зарядка. Шнурок. Почему-то они все время короткие стали. Так. Так. Вот он. Очень приятный на ощупь. Два выхода на зарядку. Ага. 70%. Вот. Нажал вот лампочка. 70%. На 70% он заряжен. Что тут у нас еще есть примечательного? Ну, только два выхода. Я не знаю, с какой стороны солнечной батареи. Трудно сказать. Так он тяжеленький. Увесистый. Где мой телефон сейчас? Вот он. Размером с телефон. Но так я тестировать не буду сейчас. Точнее, я начну тестировать его. Если несколько раз нажимать. Я начну его тестировать. Ну, сейчас я попробую сначала просто поставить на зарядку свой телефон, что он покажет. Зачем лампочка, интересно? Может, когда полностью зарядится? Так, это сюда. Нет. Да, это сюда. Это сюда. Посмотрим, что будет.
Так. Да, идет зарядка. Здесь написано out. Заряд пошел. 79%. Тут сила тока. 1 ампер зарядки идет. 5 вольт, 1 ампер идет на зарядку. Да, заряжается 1 ампер. Так, сейчас я посмотрю, что здесь телефон показывает. Да, показывает, что идет зарядка. Так, ну ладно, я на этом видео заканчиваю обзор этой штучки. Точнее, обзор, а распаковку. Обзор я буду делать потом. Я его заряжу. Вот. И уже от него буду заряжать аккумулятор, телефон. И посмотрим, насколько его хватит. Все, всем до следующих встреч.